значит, бич из США 30 рублей с текстом. Макляка еще по 10 рублей. Для начала короткая, потом на 20 минут. Спасибо за донат. Ну, хуй с ним, наверное, я не знаю, пока по 10 рублей. Если будет Маклауд по 15 или по 20, я прям сниму это отдельное видео. И, ну, скажу, объявлю, что Маклауд теперь у нас там вот по такой-то вот, значит, цене. Да, я напоминаю, что у нас по 10 рубчиков пока просмотр видосов. Вот, антикризисные такие меры. Значит, спасибо всем за комментарии, лайки, подписки. Спасибо, что заходите на стримы. Спасибо самое большое всем донатерам. Я надеюсь, что действительно моя реакция на трехминутное видео Маклауда, ну, по идее, минут 20 максимум будет длиться. Я обычно раз в 6 дольше рассказываю почему-то вот. Раз в 6 дольше длится моя реакция на Маклауда, чем оригинальное видео. То есть 20-минутное видео, я там часа 2 реально сижу и что-то втираю. Ну, как бы 2 часа за 200 рублей сидеть, это полная хуйня, это не годится. Вот. А 2, скажем, час за 200, ну, еще хоть куда ни шло. Ладно, что дальше? Да, не что и... дальше, вернее, а с чего вообще? Давайте приступим. Да, и еще небольшое дополнение к предыдущему видео. А, это дополнение, а к какому, кстати? Ну, хорошо. Ой, сука! Блять, ладно. А, там у него про Калининград большой видос. Угу. Да, и еще небольшое дополнение к предыдущему видео, но для начала еще небольшое отступление. В общем, да, обучиться на что-то, да, вот чему-то научиться. Ну вот я подумал. Уебать! Может быть, права, да, может быть, права там на погрузчик получить, попробовать. Угу. Но я вот узнал в поликлинике насчет водительской справки, да, и там не делают. Вот нашел медцентр там на просвещение. В общем, мне озвучили сумму в 2500 за справку. Ну, вот такая бесплатная медицина, да? Ну, дороговато как-то. Я, конечно, был бы очень признателен, если бы кто-то мог подсобить немножко. Вот, ссылочка там в описании будет. Ты, блядь, аудиокарту говорил, что ты купишь. Ты сперва купи аудиокарту, блядь. Можно на карту Сбербанка, буду очень признателен. Это охуенно, что ты будешь очень признателен, но кого ебет, что ты будешь признателен, если ты, блядь, уже собрал, получается, на аудиокарту, причем, блядь, и 5000 ты собрал, сколько ты изначально хотел, потом, блядь, ее уже нет, ну, значит, надо за 7, где бери за 7, заебал, блядь, возьми карту сперва, а потом, блядь, клянч деньги. Если кто-то поможет немножко, вот. Итак, охуеть. Давайте посмотрим. А 20-минутного видоса Маклауда нет еще не задонатили на него. Вот. Обычно российский двор, улица. А ты задонатил уже тоже какой-то, да, получается? Да, точно. Ну, мы сейчас вот этот посмотрим и глянем твой. Это коммунистическая в Калининграде. Угу. Пытаюсь пройти к дому. Ну вот, сразу узнаю Россию, вот настоящую Россию. Вот она, Россия, сразу видно. На улице коммунистической. Пиздец, какой голос, блядь, у человека, ебать. Управляющая компания УК. Это Глад Валакас в реальности, походу. Кожевстрой плюс. Знаете, лучше бы город на самом деле у немцев остался. А, ну опять, короче, он за Гитлера топит, все понятно. Выглядел бы совсем иначе, я уверен. Да, блять, совсем иначе, нахуй. Попытка, не пытка. Возможно. Пробраться успешно. Бан, блять. А, вот здесь бы на БТРе или на бульдозере, я думаю, было бы хорошо. Как же дети ходят в садик и в школу? Да он, походу, да, он реально в последнее время, он... Ну, это не, он не топит за Гитлера, он просто очень тупой, как бы, знаете, то есть... ну, вот, грубо говоря, если есть школьник, и ему, там, скажем, лет 15... И вот он посмотрел, что в Германии хорошо и пенсии большие, а в России вроде как все грязно раздолбано и пенсии маленькие. И он, исходя из этого, делает вывод, что лучше бы Гитлер победил. То есть, ну, я в 15 лет тоже мог примерно так рассуждать. Но это, то есть, прям супер тупое вот прям дерьмо, до которого может додуматься только чувак, ну, совершенно, блядь, тупой. Ну вот, то есть, это не потому, что он там топит, не потому, что он идейный какой-нибудь нацист, я не знаю, не потому, что он... не знаю, разобрался там в какой-то хуйне экономической, не потому что у него там личная какая-то хуйня произошла, что его там, я не знаю, евреи обокрали, а вот именно потому, что он тупой пиздец. То есть вот это вот прям самый банальный такой, самая банальная причина, по которой человек может начать рассказывать, что вот лучше бы Гитлер победил. Это вот именно то, что, ну, типа,
Ну, додуматься, блядь, короче, вот до такого надо. Чтобы не провалиться. Только прикол в том, что Маклауду не 15, а в два раза больше, блядь, лет. И это самое страшное. Пытаемся. Чувствуется в этом видео прям духовность. Вот духовность излучает. Угу. Все, вроде бы к дому подошел. Ну, герой, герой, человек-герой. Браво, молодец. Вот тут бы реально на БТРе или на бульдозере каком-нибудь. Вот, ну или на тракторе. Вот тогда бы хорошо было бы. Ну опять же, вот какая разница, сколько там стоит жилье, если там такой свинарник. Блин, правильно, да? Ну смысл. Вот. Да какая мне разница, если там в каком-то Задрищенске там жилье может стоить копейки, да, снять жилье, угу. Может стоить копейки, да? Ну какая разница, если это тоже свинарник? Ну, допустим, я видел Задрищенске, в которых жилье стоит копейки, и в которых такого нет. Это и опять же, это не Россия, это, блядь, бомжатский район России. То есть я вбил в поиске Калининград. Вот я вижу прекрасные, просто симпатичнейшие дома с видом на реку. Просто прекрасно все, набережная симпатичнейшая. Какая-то архитектура тоже. Ну, скорее всего, понятно, что она немецкая какая-нибудь, но все равно она сохранилась. То есть это действительно красота. Вот я вижу, ну, прекрасный, красивый, симпатичный город. Ну, вот есть, допустим, здание, да, старой такой советской застройки. Ну, конечно, это уродство от этого... Никуда не спасешься. Ну, то есть, как мне кажется, что новостройки, то есть все-таки уже постсоветского периода, они, ну, чем новее, тем они симпатичнее. То есть все-таки новостройки — это весьма приличное нечто. Юль, ну-ка брысь быстро. Включила что-то. Ну, просто... Алло! Выключи звук у себя. Так. И вот, допустим, я, короче, вобью, я не знаю, Калининград. Калининград. Циан. Так, сейчас посмотрим. Россия, это все Россия. Что, он вот там договорил? Вот она, настоящая Россия. Смысл туда переезжать-то? Менять одно говно на другое говно. Правильно? Нету. Вот, ну, и, допустим, вот. Я хочу снять двухкомнатную квартиру в Калининграде. И... по цене сначала дешевле. То есть самое дешевое, понятно, это, скорее всего, какой-то скам, бред и прочая хуйня. Самая бомжатская, просто омерзительнейшая квартира стоит 10 тысяч рублей. Бабла. Спасибо, бич из США. Давай, давай, спасибо за донат. Глянем. Угу. Давай полное про Калининград с Маклякой. Надеюсь... что этого хватит. Да, спасибо большое, здравствуйте. Двоеточие, слеж. В общем, да, глянем обязательно. Сейчас, что там? Все, поставили тумончики, хуенчики и так далее. То есть... Да, и еще небольшое дополнение. От 9 тысяч рублей. И вот как раз вот здесь вот показан ну, вот примерно этот самый бомжатский район. Вот, пожалуйста, от 9 тысяч рублей можно снять квартиру в Калининграде. Вот 10 тысяч. То есть, грубо говоря, снять квартиру, не койко-место, не комнату, а квартиру можно снять за... Давайте посмотрим от 15. Вот я вижу 15 тысяч рублей. Так, сейчас еще раз. С балконом. В принципе, более-менее приличный ремонт такой. Ну, то есть, ну... Ну, кстати, прям нормальный вообще. Не, кухня такая... Ну... Более-менее приличный, ладно, давайте назовем это более-менее приличный. 53 метра, ну, 16 этаж, да. То есть, это, наверное, высоковато, то есть, не уверен, насколько это кайф. Давайте вот прям вобьем ее, вот так вот, хоп-хоп-хоп. Да, блядь, сука! Я хочу именно в поиске вбить, потому что он может выдать фотографии этого дома, если их вбить в поиске. Вот, картинки. Вот, да, то есть если ввести какой-то адрес в поиске, он выдает этот дом. Ну ничего. Вот, пожалуйста, вот такой дом. Вот, в нем можно, соответственно, за 15 тысяч снимать жилье. Так. Это уже фотографии из Циана пошли. Так, и на карте он находится где?
На карте он находится вот где-то здесь. Я просто не знаю, что в Калининграде считается как бы самым ценным там местом. То есть, грубо говоря, в Москве чем ближе к центру, тем дороже. А в некоторых городах бывает, что чем ближе к реке, тем дороже. Или чем ближе к... не к центру, а там, я не знаю, к чему-то. Ну, вот так вот получается, да, где-то вот. Ну, нормально же, можно за 15 тысяч снимать. Двухкомнатную, две комнаты это хватит там, я не знаю, на двоих, на троих, на семью там, я не знаю. Вот однушка. В пятиэтажном доме, да. Не знаю, за счет чего она дороже. Может быть, она где-то в районе в каком-то более там пиздодельном. То есть я в Калининграде особо не разбираюсь, как там. То есть еще раз, жить более-менее нормально, там не стоит нихуя. А тут бомж, который, скорее всего, живет в своей собственной квартире, которую даже, блядь, в аренду сдать нельзя 1000 за 5. То есть просто потому, что он... какой, блядь, что-то мне здесь, блядь, ничего не сделали, блядь. Ой, какая, блядь, Россия плохая. Ну ты, сука, переедь, сука, блядь. 15 тысяч стоит снять жилье. Иди, блядь, на работу, устройся кем-нибудь нормальным. Даже ебаным грузчиком, я не знаю, хорошо. Грузчик, Калининград, вакансии. Вот 130 вакансий в Калининграде. Вот первое мне выдает от 33 тысяч. Любой опыт работы. 33 тысячи можно работать грузчиком. Это самое вот просто... Блять, еще раз, если обучиться, если чему-то учиться, если, я не знаю, если ты стримером, допустим, будешь в Калининграде, ты там вообще будешь как в раю жить. Вот. Если ты, не знаю, звукорежиссер, там, все что угодно, просто куча есть профессий, которые требуют специальной подготовки, за которые будут платить 40, 50, 60, я думаю, такие зарплаты в Калининграде вполне могут быть. Вполне может быть, что они есть. Предоставляется проживание в хостеле даже. Стоимость проживания компенсируется в размере 50%. То есть, если хочешь, можешь еще и жить там даже, тебе даже жилье предоставляют. Еженедельные авансы. Угу. Вахта месяц минус выходные. Так. Внимательность, медицинская книжка или готовность оформить. Ну все, вот 33 тысячи. То есть просто грузчик, ебать, ебаный грузчик, я первое, что вбил. Вот 30 тысяч показывает. Вот где-то 53 вообще вот разнорабочим, типа. Опыт работы не требуется в Калининграде. 50 штук. Ну пускай 30. Блять, работай за 30 грузчиком, снимай себе жилье нормальное, даже нормальное жилье можно снять, без грязи. То есть вот я вот посмотрел, там нет таких вот грязных луж и грязного говна. Пожалуйста, за 15 снимай, и тебе еще по 500 рублей в день. Это грузчиком, это просто вот самая уебищная профессия. И живи, у тебя еще и все, загранник оформил, Польша рядом, хочешь, можешь там съездить. А если ты работаешь на нормальной работе, у тебя там 50 тысяч, тем не знаю, строители, которые получают вообще какие-то там... ну, строитель, даже реально строитель может получать, мне кажется, 60 там, ну, который, опять же, мастер какого-то своего дела, которое требует подготовки. Да? Все, получай 60, снимай за 15, у тебя 1500 в день остается. Это если ты один работаешь. Если ты женат, и, допустим, жена тоже работает. Типа, ну, пиздец. Чего ты так на Валакаса наехал? Да я не на Валакаса, блядь, наехал, ребятки. Ладно, в пизду. Значит, ну, блядь, 14 минут вот реагировали, да, на 3-минутное видео. 14 минут за 30 рублей. Не знаю. Ладно, посмотрим, короче, пока что Макляку, да, за бомжатские донаты. Значит, видос заканчиваем, стрим продолжаем.